Всем привет, с вами Роми ТВ, Андрюха, как всегда. Возвращаемся. Выбора других нет. Да ты где? Что это я на этом? Нет. А я Роми. Давай кружку. Давайте, наливайте. Сейчас пойдем опять как по стелсу проходить. Так хоть... Не буду. Нет, ни хера не по стелсу, понял? А как? Как нормальные люди все проходят, да, я надеваю, бля, наоборот. Я крышку. Ша. Да, крышку делаю. Я немножко опохмелился. Да? Да, грубо говоря, так. Парень, где мой коллаж? Что это загрузил? Не то загрузил. Нет. Загрузить игру. ДГшка. А ты с кулень спускался? А? Нет. Ты хочешь, чтобы автомобиль не спускался? А? Я у туннеля сохранен. Так. Это типа новая база новичков. Нормально. Короче, мы сегодня будем до 7 до 8 часов проводить трансляцию, будем проходить сталки. Можешь перевернуть. Вот так, чтобы видно было. Ребята. Мы здесь. Так. Yeah. У меня тут 5 косарей есть, как вы не. Только я бы продал. Ладно, я шучу. Там все. Скорее задание уничтожит бандитов под Ниагарапром, а не возле. Вот, только с таким броньком я смотрел, проходил. Так. Как обычно, ты никого не взорвал, да? Взорви бочку. И тут она, вот, бочку взорви. Да зарви ты эту бочку, она меня бесит. Видишь, сразу труп появился. Патрон, нормально. Любите играть Рома, лучший игрок в сталке. Вчера скосил тут. Так. Блин. Меня тут мальчик бесит, который там. А еще что с ним сделал? Знаешь, почему он не умер? Потому что его здесь нет. А чё? Вон он. Пацаны, выручайте! Роба казнил его. Куда ты побежал-то? Наверх, всех очищать. А, это алкаш. Алкашня. Напекаш, мама. Кстати, на пистолет патрон не собирай. Бля, их и так много. Так, еще валяется, все, последний.
Я тебя победка начала прямую трансляцию. А? Хорошо, можно идти вниз. Это не новая война, кровосос здесь один. Не выкидывай и не одевай. Да. Слушай, я на тебя патрон не хочу тратить. Фиг ты в городах только, а. Задаты кидай в него. Я экономлю. А тебе еще и вояки уже бочатся. Раз, ты косой-то вообще. Раз, что, со стреляешь, что ли? Только нормально стрелял тут. Где-то убивать одного, его уже сзади другой будет. Радио говорите. Ложись, граната! Ну я никого не буду, потому что Ладно. Ладно, допустим, насрали ноги. Ты поворот пропустил. Нашел. Одного нашел. Еще один. И ты прятался, он играет. Так, сюда и сюда. Угу. Ну вот. Ну давай, одевай. О, это выкидывай. Теперь. Так, теперь дай-ка я переберу тут кое-что надо. Да, тяжело играть, когда не видишь, куда ты там идешь. Что-то там какие кнопки нажимаешь. Давай подрабатывай. А, это против монстров почти всех помогает. Так. Что у нас лишнее-то? Так, у нас выходит 50 кило уже. Выбросить. Погоди. Так, что-то радиация минус 20, выносливость минус 18. Это он в радиоактивных зонах поможет. Так, кнопочка. Троечка заряжена. Так, зарядим. Посмотрим, что на свете. А вдруг кто-нибудь попадет. Заряжена. Ну, в принципе, что, берем. Пострать, что это такое.
Короче, спроси его. Я хочу к себе покупать. А я это уже был. Здесь другой будет. Здесь еще не сказал. Кстати, там уже патроны. Ой, подожди. Ты сейчас уже срать этими патронами начнешь. Роба, лучший игрок сталкера. Патронов больше, чем этого. Очень много. А вот, посмотри вот сюда. Ящ. А теперь бежать. Пора. Это не я. Осталось вояк заводить. На самом деле, я, короче, просто мне лень играть. Я, короче, Рома заставляю играть. Кстати, я просто под него забегал. Вот так вот. Он у меня не попадает, а я у него не попадаю. Да, я подожду, когда ты допьешь. Что, у тебя бинтика почти с ракет? Второй снайпер. Да, да, еда. Прям за тобой все. Прям вот, прям за тобой все. Я тут чуть-чуть вылез. Да. Гараж, надо винтик поставить. Прижимай, Гала, прижимай. Зашел, забрал документы и убежал. Вот для меня. У нас патроны лишние хочется тратить. Так, давайте не будем берегать, да? А то у нас все закончится, мы будем палец. Ладно. Рома будет палец сосать. Нет. Все легли? Я. Отжиматься все. Меченый, я сообщил тебе Барбару. Он должен договориться с долговцами, чтобы тебя пропустили. Так что ноги в руки и к нему. Может, с крыши скрыть, я разрешаю. Угу.
Что ты там сказал? Слова-то он опять... Там, стопудово. Слова-то ответишь, слушай. Что ты сказал, что да? Я тебе не пал. Привет. Проверенный цвет. Хорошо. Не вижу входа, да? А, не долетела. Ладно. И туда просто прилетела. По-братски. А бы не сопротивились. Ну, видел, сапуса пугает. Ну, все, что, я наливаю? Не. Вот теперь можно. Теперь можно. Потихоньку, чтобы этих хамы не было. Да. Я ж не ты, я умею наливать. А то у этого рука дрожит, он наливает. Пеночка. Если я дожму, не дожимается. А если я дожму, так и так, ладно, не отнесла. Я прикалываюсь, что с азаном не проходить. Да, скорее всего, только мои захватить. Да. Это если повезет. А ему нет. Вон. А что-то как-то он ботанул далеко. Ты где знаешь? Всё, выступай, выступай. Всё. Нет. Надо, ты же не подождал, когда он интернет загрузится. У меня не супер навороченный ПК, который вот только включаешь, уже можешь зайти сразу. Просто еще не все программы погрузили, ты уже заходишь в игру. У меня такой слабенький компьютер. Я семечки не ем. Когда немножко начал двигаться, он там круто, да?
Вагера-вагера. Облоб, я все половину на штаны улеп. Знаешь, что-то плохо мне, блядь. Смотри, смотришь автосейв. О! Отгадал. 3:16, погоди, время 3:16. Это что у нас? Да! Нормально! Смотрим на фотографию. Палим ее. Ты ведь хитрый. Это очень далеко. Должно быть. Ну, грузится, там загружается. А сейчас мы окажемся, где мы. Где пси-излучение. Ну, как делать? Смотрели? Да. А? Ага. Чего? Да мы что-то думали, передумали. Пиццу много добавлять надо. Там колбаса, сыр, мука. Чего только нет. О, что-то. Поставь. Эй, ты чё? Это мой видео снимаю. Ну, бля, на YouTube. Бери. Мне вообще не скоро мне поедет. Я уже выучаю. Что ты там сказал? Смотри, не носи патроны. Ага. Зачем бы ты занял? Тебе, Дуда. Я магистр Йода, короче, по рогами могу сказать почти слово. Что здесь делать? Может, уйдёшь? Я думаю, как оружие так поставлю. Он должен договориться с доковцами, чтобы тебя пропустили. Ага, бегать куда-нибудь. Так что ноги в руки и к нему. Можешь сохраниться? Все, хорош, собирать фигню всякую. Все. Хотя и так уже перегрузка. Так, ковой. Бери. Компенсировка, что-то.
Все, давай. Видите, как у меня 30 дня на уши. Даже, кстати, через окно смотрите. Кстати, не советую. Делайте, если вы даже не выйдете. Вера. Это надо видеть. Я даже еще потом буду тратить. Вот него я еще потрачу. Ой. Пистолет. Ой, что такие косые-то? Чуть почти попал, да? Ой, еще троечка. А что такие зимичные твари? Больше стало, да? В прошлый раз их трое было, да? Получай! Как получить? Награду? Хороший хлам собирать. Все равно в бар пойдем, я их продам все. Аптечки не будешь продавать? Аптечки некоторые продам. Нахер мне это? Нахрен мне это говно? Все. Все, давай, допивай, я налью еще подой. А знаешь, как раньше были переходники в тень Чернобыля? Да, вот по локациям. В каждой локации, у каждого перехода на локацию стоял мужик. И говорил, давай я тебя проведу. Там, ну, конечно, бесплатно все было. Он тебя проводил. Пугаешь. Так. Всё. Так, опусти оружие. Что у нас? Ну. Так, как вы еще попадете с пуком? Да, у них пуковки, конечно, еще те. Пять. На всякий случай, слушай. Это же был не вариант, сейчас наяться, да? Ну, стрим уже почти 30 минут, слушай. А? Стрим почти 30 минут. Это, кстати, будет. Я чувствую. Хера. Спит, отдыхай. Я такой... Руколицо такой, руколицо. Хай, вкусно. Или пальчик красет. А? Не, пальчик красет. А. Так. Вишня, да? Всем прием! Говорится, стало тоже в палке. Здесь, оказывается, будет кабанок. Из темной долины, да. По направлению к бару, идет волна мутантов. Всем, кто поможет отстрелять нечисть, признательность нашей страны гарантируем. Хорошо, а можно я вас всех убью?
Что? Неплохо, сталкер. Стрелял таким мутантом. Но особой прытью не отличаешься. Так что, сталкер, если хочешь пойти, отсюда. Придется. Мы кого платить. Попало не пропускаем. Это же дверь ко мне открыли. Вот какие добрики, да? Кого аномалию засосёт тебе? А ты прям Спайдермен. Ниточка, ниточка. Чего лучше бутылочку не давать? Марихуану я тебя накурил. Вот ты дошел. Ребята, сейчас мы видим, как играет робот. Он за все время стрима дошел до бара. Это робо. Ну еще с зависимости. МС робо. В зависимости от слагов еще. Таких слагов не было. Я позабыл. Да, ты только что пришел бы к бабе, да? Очищали? Сейчас тебе подсказывают, как я очистил. Все, беги дальше. А чего вас так мало? Ну, палач. Так его шахту бежит, шахту бежит. Я палач, надо здесь одно делать. А. Это Костя. За Костя. Мой брат. Здорово, меченый. Принял отличная работа. Значит. Не, пошел бы. Пока что убери. Ну вот сюда побольше убери этот телефон. Я не вижу, что он продается. Нормально мне дела, что хотел бы. Мистер Рома ДС. А кажется, на курицу. Я слышу торгаш года. Чё-то не, нам нужны. Куда тебе столько аптечек? Ты их налутаешь, чтобы обосрёшься там. Эти дроби слышат. Ну, дроби хватит. Или всё, всё, вот. Так, уйти. Пошло, нахрен. Так, да, то есть. Так, кто у нас, слышишь? Точно зрели по цвету шкуры. Полезные для меня. Они как раз бубеничали, так и разбойничали. Бить предатель, я! То ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты. Когда с артефактом выходил около самого двигателя искали. Столько всего нашли. Даже нашли пару артефактов, которых я вообще еще никогда не видел. Даже на фотографиях. Так вот, этот сын меня подставил. На последней ночевки куда-то слинял, заныкал самые дорогие артефакты, еще мне втирал, что типа они сами исчезли. А пару дней назад увидел один тот самый редкий артефакт у бармена. Это такая злость меня взяла в одном, если можно задать. Хара, привет, как дела? Писать, не заколевал уже, честно слово. Подходи, знал. Я такие, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Да, пошел нафиг. Здорово. Я тебя помню. Сталкера, мастера. Да, ты представляешь, это, я новичок, а мастера у меня. А по щам тебе не съездить. Мастер, блин. Вот что, ты потерял фамильное ружье. На дикой территории. Я знаю, где бы. Пистолет. Нет? Сейчас смотри. Че, короче, давай сначала заработаем дофига репутации, да? Заработаем нафига репутацию. А потом будем по-квесту выполняться. Как не угадать. А все равно мы когда мы. Примерно завтра.
Нет, давай сразу в Тернополь. Да что? Вот смысл туда идти. Мы еще не подготовлены. Надо задание, надо репутацию, надо добить репутацию, чтобы у Сидоровича были маленькие цели, чтобы можно было так это хорошенько его. Так, ну допустим, продолжай. Так, ну, допустим, его взяли. Так. Так, так. Оружие долго. Берусь. Братан, всё, пай. Так, смотри. Так, это не будет брать. Смотри, сейчас доберу. Что ты пойдёшь в пай? Логично, да, так? Пошёл уже. Хорош уже! Можно полетать здесь.